Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Вас приветствует киевский спортивный магазин «Де Ла Вива», который располагается на Харьковском шоссе. Ваше внимание сегодня на обозрение хочу предоставить велосипедную фару от торговой марки «Дизайн». Модель называется Mega Drive 1800i. Это велосипедная фара от всемирно известной компании «Дизайн», которая имеет высокую степень освещения, мощный аккумулятор, высокая степень защиты от влаги и грязи. Данная фара имеет следующие показатели, которые указаны на самой коробке. Максимальный свет, который она выдает, это 1800 люменов. При этом работает она час 40. Есть режим 1000 люменов, есть режим 600 люменов. При режиме 1000 работает 2 часа 30 минут, 600 люменов 3.45, и уже потом идут мигающие элементы, мигающие режимы самой фары. Всего здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 режимов, при которых можно освещать дорогу, мигать или светить одновременно, в зависимости от того, как вы хотите. Основным показателем хорошей фары то, что переключая режимы, остановившись на каком-то из режимов, впоследствии выключая лампочку, и вновь, если вы включите, то она будет работать с момента того режима, на котором она и закончилась. Также стоит отметить, что эта фара Mega Drive 1800A имеет возможность коннектиться с смартфоном. Есть возможность подключить телефон по Bluetooth к мигалки к телефону и при помощи телефона управлять разными управлять самой фарой, включать и выключать разные режимы при помощи мобильного телефона. Также есть кнопка, которая сигнализирует степень зарядки аккумулятора, хорошая прочная сама защита и, естественно, крепление на руль без дополнительных элементов. Ну, более детально следующее. Продается она в такой красивой, классной коробочке. Ее всегда очень комфортно брать на подарок. Очень шикарный велосипедный аксессуар. Себе иногда тяжело купить, жалко денег, а кому-нибудь из хороших людей это всегда хорошая вещь. В комплекте идет зарядное устройство, для того, что, шнур, при помощи которого можно заряжать этот аккумулятор, лампочку для включения в компьютер. Ну а USB вход в саму фару такой стандартный, как на многих мобильных телефонах. Это в комплекте идет. Потом еще идет в комплекте, как мы видим, сама мигалка. Ну и, естественно, хочется отметить, что очень надежная защитная резинка, которая крепит саму мигалку к рулю. Это говорит о том, что на самом деле легко устанавливается мигалка на велосипед и легко будет вам в эксплуатации. Вот выглядит вот так вот эта мигалочка. Фара, точнее, фара Mega Drive 1800i. Резинка очень мощная, очень плотная. Легко крепится к рулю. При этом она достаточно прочная, будет долго работать. Ну, на самом деле, все запчасти к фарам Lizine имеют гарантию. Если что-то происходит, вы всегда обращаетесь, в частности, наш киевский спортивный магазин «Де Ла Вива», и любую запчасть к этой фаре будем мы вам предоставлять, искать. Я думаю, проблем никаких нет, потому что это высокое качество, и на всю продукцию дается гарантия. Я вам гарантирую, что если какие-то вопросы возникают с этой мигалкой, с этой фарой, все решаемо, все можно решить. Есть специальные дополнительные аксессуары к всем фарам. Как мы видим, у фары есть вот такая вот резиновая вставочка, которая позволяет легко крепить саму фару на руль. Вот эта вставка позволяет
регулировать в зависимости от того, какой руль. Она вот такая резиновая, мощная, плотная. Само крепление крепится при помощи шестигранника. Отпуская шестигранник, можно вращать само крепление, тем самым на руль можно установить прямо, наискось, в зависимости от того, где располагается фара, так и можно установить центр самого крепежа. Это регулируется. Также есть вход для того, чтобы подзаряжать эту фару в момент движения. Есть специальные, отдельно за отдельную плату покупается Powerbank, который подключается к вот этому разъему, и в момент движения вы можете заряжать, тем самым легко и надежно будет работать эта фара с дополнительным аккумулятором. Заряжается при помощи USB шнура, который есть в комплекте, который вставляется сзади самой фары. Углубление очень глубокое. Есть заглушка резиновая, которая также по своим очень глубокая. Если обратить внимание, то у этой резинки, заглушки, есть три такие уплотняющиеся гармошкой желобки, которые позволяют плотно прилегать и тем самым максимально защищать от попадания влаги, когда вы катаетесь с такой фары. Есть кнопка, которая сигнализирует степень зарядки. Кнопка, которая включает и выключает фару, она же и показывает степень зарядки аккумулятора. Если у вас горит кнопка зеленым цветом, 100% зарядка аккумулятора. Если желтым горит, то 50%. Если красным, то 10%. И если красный мигает, то 5% степень зарядки самого аккумулятора. Есть спереди три диода, что и самое основное в этой фаре. Они очень ярко светят и довольно-таки мало потребляет при этом энергии, что делает комфортным саму фару. Ну вот, как мы видим, нажал на фару, горит зеленым. Это говорит о том, что средняя степень заряженности. Так как фара новая, ее нужно еще заряжать. Нажимая на нее, подержал, она включается. Потом мы, нажимая на кнопку, каждый раз будет меняться режим. При этом, как вы видите, довольно-таки качественный получается свет, надежный. Регулируется при помощи нажатия на кнопку. Это очень яркий. Тише, еще тише. Максимально тихий. И вот пошли мигающие варианты работы самой фары. Тем самым это многофункциональная передняя фара от торговой марки Lizaine для того, чтобы можно было на велосипеде кататься с комфортом. Нажав и подержав, она выключается. Поэтому хорошая фара Lizaine Mega Drive 1800, которая коннектится к мобильному телефону и можно управлять ее дистанционно от телефона. Есть крепление, которое надежно будет держать фару на руле. Ну и самое основное, конечно, это долговечность, это надежность, гарантия качества. Если вас заинтересовала эта фара торговой марки Lizaine, можете обращаться в наш киевский спортивный магазин Велавива на Харьковском шоссе. Если какие-то вопросы возникли, пишите, оставляйте отзывы. Ну еще хотел сказать, что можно сюда подключать выносную кнопку, тем самым управлять самой фарой еще и дистанционно при помощи кнопки. Это одна из опций торговой марки Lizaine. Или Powerbank подключаем, или кнопку, которая будет включать и выключать с расстояния, в зависимости от того, куда вы поставите фару. Поэтому, если понравилась хорошая фара Lizaine Mega Drive 1800i, обращайтесь в наш магазин. Понравился видеообзор, оставляйте отзывы на нашем YouTube-канале Велавива. Постоянным клиентам гарантируем скидки. До скорых встреч!